Получилось или не получилось, по-честному? Получилось. Получилось? Мне кажется, получилось. Ну. А что не нравится? Почему не нравится? Мне нравится. Все нравится? Я просто такого еще никогда не рисовала, не делала. Да? Да. В общем, очень приятный опыт. Очень достойное, вот понятное объяснение. Очень многие вещи я узнала вообще просто впервые. Огромное спасибо. Здесь уже нет, рисуйте вот, рисуйте гаммы, играйте гаммы. Все их поставите. Когда натренируешься, они уже получаются лучше. Белок, может, ты имеешь в виду? Пузыри, да, на белке, которые, да? Да? Но эффект самый вау – это желтка же. Да. Его просто или нет? Нет, его когда понятно по шагам делаешь, все хорошо получилось. Да. Ладно, да. Будешь второй раз повторять или за два дня уже сил нету? Нет, я бы повторила. Повторила бы, да? Интересно, как получилось, не спеша. Ладно, круто, спасибо. Так, девчонки, вы молодцы. Спасибо. Видите, как все устали. Нет, вы реально молодцы. Мы сделали это. И сделали это благодаря вам. Ну, я просто, несмотря на то, что старался все сильно упростить, но задача у вас была очень непростая. Я немножко больной на голову с этим гиперреализмом, и за два дня нарисовать такое детальное изображение с непривычки, это большого стоит. Мы вас позовите. Да, молодцы. Если мы сможем, мы обязательно придем на ваши мастер-классы. А вы, молодцы, если будете, то вас где искать? В Art Holiday или на...